Журналист телекомпании «Новый век» стала лауреатом 12-го межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь-ПРО». Среди победителей ТУВУ представила Чинчи Кашпукол серию работ о сдаче новых многоквартирных домов в республике и расселении из ветхого жилого фонда. Она одержала победу среди журналистов электронных средств массовой информации в номинации «Свой дом», посвященной развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. Конечно, хочу сказать спасибо своему коллективу. Все-таки видеосюжет – это работа в команде, это, хочу сказать, оператору своему и видеомонтажеру, ну и своей редакции тоже. Спасибо большое. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 23 октября в Новосибирске. Награды лучшим журналистам Сибири вручили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также руководители компаний, партнеров проекта и ведущих средств массовой информации регионов округа. Всего в этом году в проекте приняли участие 563 журналистские работы из всех 12 регионов округа, но только 33 из них отмечены высокой наградой по разным номинациям. Журналисты-победители конкурса на протяжении всей прошлой недели приняли участие в масштабном пресс-туре по современным объектам экономики Новосибирской области и Алтайского края. Напомним, главный межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь-ПРО» проводится с 2006 года. В минувшие выходные в Доме народного творчества состоялось торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздничная дата отмечается во второе воскресенье октября. Но в Туве по традиции чествование тружеников агропромышленного комплекса проходит после завершения уборочной кампании. На торжественном собрании за достижение высоких показателей в производстве, переработке и реализации продукции были вручены дипломы и бронзовые медали межрегионального конкурса Минсельхоза России представителям кооперативов «Сиземский» и «Аржан». Кроме того, в честь профессионального праздника некоторые представители сельскохозяйственной отрасли республики были удостоены благодарности Министерства сельского хозяйства России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. Также в профессиональный праздник почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы награждены более 50 работников и ветеранов отрасли. Помимо этого, на торжественном собрании обсуждались и вопросы по реализации будущих проектов. Так, на следующий год планируется ввести в проект по развитию табунного коневодства 2А.